Приветствую вас на моем канале Дневник Нищеброда, и сегодня у нас уникальный выпуск. То есть так я еще никогда не снимал, но сегодня это произойдет. Я не знаю, почему я не снимал так раньше, может быть из-за того, что мне было лень, потому что это достаточно сложно. Но тем не менее, сегодня я должен испытать этот способ съемки, и сегодня мы попробуем, ну, узнать, что в нем из достоинств. Пожалуй, главное, что в этом случае мне придется менять руку, потому что теперь эта балумба весит очень много. Кстати, нужно взвесить, сколько именно весит теперь мой сет. Но теперь я могу с большей уверенностью знать, что моя съемка максимально качественная с точки зрения стабилизации картинки. То есть, если раньше отрабатывала только лишь на объективе стабилизация, то сейчас вся стабилизация у меня в руке. У меня вот эта вот тяжелая стабилизация в моей руке. Но я надеюсь, вы уже оценили, что картинка очень плавная. Может быть, вы это заметили. Блин, вы должны были это заметить. При этом у меня никто не отнял право говорить со штатива, с статичной съемкой. И я думаю, она даже удобнее, потому что джойстик позволяет настроить камеру намного быстрее. Мало того, есть еще один очень интересный способ съемки, и я думаю, сейчас мне удастся его продемонстрировать. Вот такой интересный способ, когда камера идет, а я иду перед ней и снимаю свой диалог. Впрочем, все равно самое главное — это возможность сделать очень красивые перебивки. Перебивки интерьерного характера, поскольку это стедикам, и с ним снимает интерьеры очень вкусно. Ну что же, я перепробовал практически все режимы, надеюсь, вам нравится, как выглядит картинка, как происходит движение, а сейчас мой рефрижератор нагоняет тепла, и я вынужден закончить эту съемку, потому что нужно отключить его, иначе он спалит здесь нахрен все. А на этом все, спасибо, живите богато.